Вячеслав Аброськин, начальник главного управления Министерства внутренних дел Украины в Донецкой области, перед Маринко. Попадание снаряда в частное домовладение по улице Мира. На глазах у родителей погиб 9-летний сын. Его брат, 14 лет, и бабушка получили осколочные ранения. Семья находилась на кухне, обедали. Следственно-оперативная группа не может выехать для осмотра на место происшествия в связи с непрекращающимися обстрелами города.